Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в видео будет обзор петличных микрофонов Holyland Lark Max. Поехали. Вот ссылочка на Ozone, она будет в описании. Что касается характеристик, вот вы сейчас можете видеть на экране. Итак, набор у нас прибыл. В данный момент, так как он еще не распакован, да, я буду записывать звук на микрофон Samsung C01U Pro. Далее потом видео вы сможете сравнить. Звук будет обработан в обоих случаях. Так, вот у нас такая комплектация, это магнитное крепление. Далее идут петличные микрофоны. Получается у нас их два. Также идет защита от ветра. Такой вот меховой фильтр. Идем дальше. Давайте же ее вскроем, посмотрим, что внутри. Так, что у нас здесь? Список того, что в коробке находится. Инструкция по эксплуатации. Так, и вот непосредственно сам набор, который находится вот в таком водонепроницаемом футляре. Непосредственно сам кейс, который одновременно является зарядным устройством. Получается, что мы имеем? Это два микрофона, а это приемник, с которого можно управлять этими микрофонами. А сам кейс содержит аккумуляторы, может их заряжать. Для того, чтобы это сделать, вот здесь есть разъем Type-C. Вот так выглядит микрофон. Разъем Type-C, разъем для зарядки. У нас такое крепление, очень прочное. Здесь магнит, для того, чтобы его соединить с другим магнитом и закрепить, например, на своей одежде, либо на какой-то поверхности. Что, конечно, прикольно. Данный магнит можно будет закрепить, ну, получается, даже к кузову автомобиля. Давайте пробуем закрепить его на корпус компьютера. Вот так это выглядит. Данная кнопка включает-выключает шумодав. Значит, это вкл-выкл. Разъем для того, чтобы подключить петличку. Значит, вот таким образом. Сюда же на эту петличку можно одеть защиту от ветра. С другой стороны располагается кнопка записи. То есть мы можем включить запись, появится индикация, и выключить. Очень удобно. И у нас есть два таких передатчика, что очень хорошо. Почему? Потому что мы можем записывать стереозвук из двух каналов, левый и правый. К примеру, я хочу установить один микрофон слева в левой части автомобиля, другой в правой части автомобиля. И можно сказать, у вас будет объемный звук. Что еще у нас есть в футляре? Здесь есть специальный отсек, в котором находится кабель для подключения микрофона к камере. Как это работает, я покажу позже. Далее идет защита от ветра, которую можно установить прямо на микрофоны. Выглядит вот таким образом. Далее идет кабель USB Type-C для того, чтобы передавать аудиофайлы прямо на компьютер. Достаточно просто будет подключить любой из микрофонов. И кабель Lightning USB Type-C для подключения к айфону, что тоже очень даже неплохо. Сейчас будет самая интересная часть видео, а именно демонстрация того, как это работает и способы подключения данного устройства. Значит, во-первых, у нас абсолютно все помещается в кейс. И вот здесь мне удалось поместить абсолютно все поп-фильтры, две петлички и кабели для подключения устройств. То есть все у нас влезает в этот корпус. Очень удобная штука, не занимает много места. Переходим к самому устройству. Как я говорил до этого, у нас в кейсе присутствует аккумулятор, который заряжает основное устройство и два микрофона. С основного устройства можно управлять этими микрофонами. Ну, наверное, вот единственный минус, что аккумуляторы несъемные, и спустя время, что с ними произойдет, непонятно, но никто не жаловался. Переходим к основному устройству. Здесь он показывает громкость микрофона. Вот сейчас я говорю, например, в один из них. Так, давайте сделаем чуточку поудобнее, чтобы вам было хорошо видно. Значит, у нас есть джойстик и сенсорная кнопка. При нажатии на сенсорную кнопку появятся настройки микрофона. Первого и второго. Здесь можно включить-выключить шумодав, включить-выключить микрофон, начать, остановить запись. То же самое на втором микрофоне. При нажатии на кнопку меню появятся настройки. Что здесь есть? Настройки режима записи. Есть стерео. Это получается у нас первый микрофон будет писать в один канал, второй микрофон будет писать на другой канал. То есть будут две отдельные записи. На каждом из микрофонов есть память 8 гигабайт. При подключении к компьютеру она определяется как флешка. То есть вы просто подключаете через Type-C микрофон к ПК, ну и все, сразу можете скачивать аудиофайл. Вот никаких дополнительных кабелей, все стандартно. Режим моно. Это все будет писаться в одну запись. Так, и Safety Track. В данном режиме один канал будет записываться с меньшей громкостью. Если я не ошибаюсь, это 6 дБ. Этот режим нужен для записи с очень громким звуком. Далее настройки микрофона. Здесь можно добавить его громкость, как у первого, так и у второго. Режим автозаписи, когда при включении микрофона авторекорд включит запись сразу же после включения микрофона. Но эта функция по умолчанию отключена. Так, автоматическое выключение спустя 15 минут, чтобы батарейка не тратилась. Далее настройки подсветки и возможность форматировать каждый из микрофонов. Формат, да, давайте отформатируем второй. Далее настройки эквалайзера. Например, можно выставить режим, да, голос будет громче, чем все остальное. Настройки подключения микрофона к пункту управления, настройки яркости.
Давайте даже добавим чуть. Это, видимо, обновление прошивки, настройка даты, времени, язык. Есть только английский либо китайский. Сброс всех настроек и версия прошивки. В принципе, я думаю, вам понятно, как управлять микрофонами с данного устройства. Ничего сложного в этом нет. Здесь также присутствует крепление, можно его куда-то установить. Так как микрофоны подключаются к нему дистанционно, между микрофоном и устройством приема связи не должно быть каких-то толстых предметов, стен, ну и так далее. Что еще в плане подключения можно сделать с этим устройством? Смотрите, это очень интересно. В комплекте идет вот такой кабель. С помощью него можно будет подключить, например, к камере GH4. Как вы можете видеть, вот здесь есть разъем для микрофона. Получается, смотрите, мы подключаем сюда кабель и вторую часть вот сюда, где нарисован значок камеры. И когда мы включим запись на камере GH4, ну или на любой другой камере, он сразу же начнет писать в режиме стерео, то есть левый-правый канал, вот с этих двух микрофонов. То есть вам ничего не нужно синхронизировать, сразу же пойдет запись аудиодорожки и видео. Ну а дальше в редакторе вы сможете отредактировать, как вам удобно. Очень прикольная штука. Далее. На устройстве управления есть еще разъем для наушников. Зачем он нужен? Все просто с помощью этого разъема, если вы сюда подключите наушники, вы сможете в них слышать все, что записывается в режиме реального времени с микрофонов. Причем, раз уж их у нас два и стоит режим стерео, это значит, что в наушниках у вас будет левый и правый канал. То есть вы сможете получить объемный звук. В комплекте вы могли еще заметить такой кабель для подключения к айфону. Это тоже можно сделать. Делается очень просто. Подключаем вот здесь Type-C. Ну а второй кончик подключаем к айфону. И что будет дальше? Дальше, если вы будете использовать диктофон либо камеру на айфоне, то звук будет записываться уже с этих микрофонов. Но вот здесь нужно будет обязательно поставить режим моно. Почему-то в режиме стерео айфон звук не записывает. Я не знаю, с чем это связано. Вот, но с моно все работает без проблем. Также, когда вы подключили устройство к айфону, ну и, к примеру, захотели, отойдя от телефона, записать какое-то видео, снять какой-то пейзаж, либо себя, запись можно будет запустить при нажатии вот этой кнопки. То есть нажимаем, он включает запись. Еще раз нажимаем, он запись выключает. Вы сможете управлять дистанционно айфоном, что тоже неплохо. Так, про устройство управления практически все рассказал. Давайте перейдем непосредственно к самим микрофонам. Значит, здесь у нас присутствует крепление. Можно будет закрепить его куда угодно. Также здесь есть магнит. То есть вы сможете крепить его на одежду практически в любую область. Вот таким образом. Он будет спокойно держаться. Далее, как управлять микрофоном? Как вы можете видеть, он здесь уже присутствует. То есть вы сразу же можете начать запись, нажав вот сюда. Либо нажав запись на пункте управления. Можете видеть, первый микрофон начал записывать звук. Ну и также остановить. Микрофон здесь уже есть, то есть вы можете использовать его без подключения петлички. Если для удобства вам нужно подключить петличку, то берете ее и подключаете просто сюда. Все. Вот петличка теперь работает. Точно так же можно подключить и вторую петличку. Ну а сейчас мы протестируем качество звука. В данный момент я подключил устройство управления прямо к камере GH4. И сейчас она записывает звук прямо вот с этих двух микрофонов в режиме стерео. Качество звука вы можете сейчас слышать в своих динамиках. Звук получился немного громким, потому что я держал микрофон слишком близко к источнику звука. Вот. И сейчас пробую подключить все это дело к петличке. В данный момент она используется в режиме моно. И второй микрофон отключен, то есть работает только один. Давайте ее установим. Вот петличка установлена, и сейчас вы можете слышать качество записи. Не знаю, правильно ли я ее закрепил. Времени на это не было, поэтому сильно к этому не цепляйтесь. Вот, а теперь я покажу, для чего нужен мне данный набор. Дело в том, что я давно хотел создать автоканал и снять первое видео. Это обзор Hyundai Solaris. Для того, чтобы качественно записать звук, вот мне понадобились эти петлички. Сейчас я покажу, что из этого у меня получилось. Итак, дальше смотрите, вот я закрепил два микрофона в машине. Все это сделано в скорую руку. Я уверен, что можно было придумать что-то поинтереснее, чем крепить на козырек. Вот. Нужно было действовать очень быстро, поэтому пускай сначала будет так. И теперь вот смотрите, вот у нас управление устройством. Сейчас мы можем включить наши микрофоны. Так, вот у нас шумоподавление. Я протестирую сначала без него. Включаем первый микрофон и включаем второй. Все, запись пошла. Потом я просто синхронизирую звук уже в редакторе со звуком с iPhone. Пока тест будет без шумоподавления. Ну и сниму на широкоугольную айфоновскую камеру, как и веду автомобиль, например. Вот, поехали. Так вот, мы выдвинулись на трассу, едем на новеньком Солярисе, про который я давным-давно хотел снять обзор. И вот у меня появился набор с петличными микрофонами. Можно посмотреть на спидометр. 40 тысяч, машине почти 3 года, ничего не сломалось. В общем, более подробное видео вы сможете потом увидеть на автоканале. Музыку я вырубил, потому что, блин, YouTube жалуется на авторские права.
Здрасте. Да, сейчас. Так, страховка, сейчас найду. Сейчас, подождите, она в электронном виде там. Полис ОСАГО, вот. Не увеличивайте, так, кстати. У вас тоже, спасибо, до свидания. Меня остановили, проверили просто документы. Естественно, у меня есть права, как бы там ПТС, страховка, все сделано, штрафов нет. Все классно. Как говорится, без приключений не обошлось. Сейчас вы могли слышать качество записи с микрофона без петлички. Ну, как вы поняли, я допустил ошибку, я закрепил все это дело к корпусу автомобиля, поэтому туда передаются вибрации. Ну, а так как микрофон довольно-таки чувствительный, весь шум в дороге был слышен. Поэтому что я сделаю сейчас? У нас ведь есть петличный микрофон, я закреплю его к себе и перезапишу видео. Так, то вот, все, мы едем. Температура минус 11 градусов. Движемся со скоростью 50 км в час. Вот, я надеюсь, что слышно меня отлично. Сейчас запись идет в монорежиме. Я выехал на трассу. Вот можно снимать от первого лица. Надеюсь, звук передает отлично. Получается третий тест. Качество звука вы сейчас можете слышать на своих динамиках. Мы едем за скоростью 70 км в час. У солярицы, конечно, шумоизоляция отсутствует. Хоть я ее сделал частично, но все равно можно слышать этот гул. Не знаю, как это будет все воспроизводиться на видео. Мне самому интересно, что, надеюсь, получилось неплохо. Вот, можно поднавалить. Ну вот, как-то так. На этом месте, кстати, один раз ночью я чуть не сбил лося. Слава богу, мне повезло, я заметил его в определенный момент. Вот, кстати, даже можете посмотреть видео. Вот он, видимо, решил пойти попить водички. Вот от первого лица все будет выглядеть вот так. Я буду использовать GoPro. Получается, у меня уже почти все есть. То есть это набор петличками. Стабилизатор тоже уже есть. Осталось купить GoPro камеру. Сейчас я возвращаюсь обратно и решил сделать еще четвертый тест. Это когда отключено шумоподавление. Я думаю, сейчас шума стало гораздо больше. На всех предыдущих трех записях он был включен. Вот можно сравнить качество звука с ним и без. Думаю, что работает он отлично. В характеристиках заявлено, что дальность передачи сигнала составляет до 250 метров. Ну, конечно, я думаю, это немного преувеличенное значение. Все еще зависит от помех. То есть, если напрямую, я думаю, это возможно. Если будут какие-то препятствия, то, я думаю, сигнал будет прерываться. Поэтому прямо сейчас пойду спиной и протестирую качество звука. Вот буду говорить не переставая. Я отошел где-то метров примерно на 5-6, может даже 7. Вот качество звука вы сейчас слышите в своих динамиках. Томас? Томсик. Томас разговаривает. Да? Разговариваешь? Скажи что-нибудь. Что можно сказать по итогу? Данный набор можно применять где угодно, как при записи интервью, для записи видеоблогов. Даже в моем случае я смог применить это для обзора автомобиля от первого лица. У микрофонов есть возможность подключения к айфону, к любой камере, где имеется соответствующий разъем. Качество звука отлично, на мой взгляд. Вы сами могли слышать это в данном видео. Если интересно, то все ссылочки будут в описании. Если у вас остались какие-то вопросы, можете написать в комментариях. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Всего доброго, пока.